Хочется сделать свой сад неповторимым, нестандартным. Не обязательно прибегать к дополнительным денежным тратам. Можно воспользоваться подручными средствами. Нужно только дать волю фантазии. В качестве украшений подойдут корзины, тазы, ведра, старые игрушки, мебель, автомобильные шины и многое-многое другое. Полезно привлекать к этому делу детей, что-нибудь соорудить вместе с ними. Очень эффектно в дизайне участка смотрятся камни. Можно сделать горку из камней, украсить ими водоем, сделать дорожки, клумбы. Задекорируйте пенек от старого дерева, и он принесет изюминку в колорит вашего сада. Разнообразные поделки можно сделать из пластиковых бутылок, мозаику из разноцветных крышечек. Из цемента получаются оригинальные фигурки, мечи. Их можно украсить битой плиткой, стеклом или зеркалом. Неприглядное строение, стену или забор легко закрыть, посадив какую-нибудь многолетнюю лиану. Ваша фантазия плюс желание, и у вас получится уютный и оригинальный дворик. Желаю всем удачи!